Всем привет, с вами Музей роботов-трансформеров, и сегодня у нас на обзоре модель трансформера Slash из 2018 года. Модель выполнена в Legends классе в серии трансформеры Power of the Primes, сила праймов. Является частью новой команды Диноботов. Можно сказать, что это трехрежимный трансформер с дополнительными функциями. Третий режим у него, будем считать, незаявленное объединение с гештальтом Vulcanicus. Мы эту функцию покажем. Функция получилась, в принципе, неплохая. Похожая на правду. Хорошо. Что он может? Что он может? Что он может? Так очень кто-то у меня запылился. Или показалось. Так, голова может вращаться. Руки вращаться. Локоть. И сюда. Нога вперед. Нога назад. Не очень. Здесь часть тела динозавра мешает. Колено есть. И вот ступня еще может так вихляться. В принципе, подвижность присутствует. Кому надо больше, ну, тогда вам экшн-фигурки людей. А здесь главная трансформация. Ну и вот убок. Убок тоже есть. Так, ну давайте посмотрим. Трансформация. Прячем его в ступни. Далее поворачиваем ноги вперед. Что-то застопорился. Оказалось, что застопорилось. И что? Я ошибся, что ли? Да не может быть. Не может быть. Не может быть. Стыкуем и присоединяем к этой части. Опускаем хвост. Открываем багажник, бардачок, выводим голову вперед. У нее есть рот. Закрываем. Да, оно здесь немножко не настолько прям идеально держит. Вот. Вот у нас получился динозавр. Да, он стоит, он бегает. Давайте его рассмотрим поближе. Очень красиво реализован. Прозрачный пластик, с одной стороны покрашен золотом. Как и вот эта часть тела. Вот здесь. Создает какой интересный объем. Так, ну и вторая функция. Power the Prime было продолжением серии Возвращения Титанов, и у него есть кабина, куда может садиться. По идее, может садиться, но как-то вот не идеально. Но может. Может садиться. По идее, это место, например, для прайм-мастеров. Сейчас я одного достану. В сложном виде, например, вот он там вот так вот может находиться. То есть прайм-мастера — это мастера, у которых в сложном состоянии не голова робота, вот, например, как у этого, а просто какое-то техническое устройство. Вот, например, вот так вот. Но я почему-то полагал, что этот сюда должен влазить более достойно. Но он как-то не до конца. Ну вот, это одна из функций. Ее нельзя забывать. Она, в принципе, реализована. Но вот именно этот трансформер почему-то не возит. Ладно. Оставим его без критики. Вот такой вот динозавр. В режиме объединения его надо подготовить вот таким вот необычным образом.
таким вот образом оно будет стыковаться. Это будет нагрудная броня у Вулканикуса, как вариант. То есть он цепляется вот этими частями, цепляется вот этими частями и цепляется вот этими частями. В таком формате. Хорошо, давайте сделаем обратно робота. И, в принципе, все фишки этой модели будут вам уже известны. Он несложный, это сразу можно заметить. Legend Class, да и вообще диноботы изначально, когда появились от компании Takara в далеких, в начале 80-х годов, то есть порядка 40 лет назад, были достаточно простые модели, которые собой олицетворяли именно направление палеонтологии, то есть наука о древних существах-динозаврах, кости которых периодически откапывают там или иначе на нашей планете Земля. Вот такая модель. И в обычном порядке они представлены в виде гештальта, которого мы соберем последним видеороликом, посвященным этой команде. А на этом я завершаю видеообзор. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, приезжайте в музей, станьте спонсором музея и дарите трансформеры фонд музея. Всем до скорых встреч!